Для приготовления дзукоты вам понадобится вишня, творог, сметана, сахар, мука, крахмал, какао, яйца, ликер или коньяк, ванилин. Смешайте муку, крахмал и какао. Отделите желтки от белков. Отдельно взбейте их с сахаром. Смешайте все с сухой смесью. Выпекать два коржа в духовке, разогретой до 180 градусов на протяжении 10-15 минут. Вишни без косточек прокарамелизировать в сахаре и ликере, остудить. Процедить через сито, чтобы убрать лишнюю жидкость. Творог смешать со сметаной, сахаром и ванилином. В форму купол уложить один корж, сверху выложить слой творога, на него слой вишни, затем снова творог. Начинку накрыть вторым коржом. Полить его вишневым сиропом. Отправить в холодильник на 2-3 часа. Готовый десерт посыпать сахарной пудрой, подавать охлажденным, украсив вишней и мятой. Чтобы приготовить шварцвальдский торт, вам понадобится для бисквита мука, какао, крахмал, сахар, яйца, сливочное масло, молотый миндаль, корица, разрыхлитель. Отделить желтки от белков. Разотрите желтки с сахаром до бела. Муку просейте вместе с крахмалом, разрыхлителем и какао. В эту смесь добавьте молотый миндаль и корицу. Затем взбить белки со щепоткой соли в крутую пену. Часть взбитых белков нужно добавить к желткам. Теперь к белкам и желткам добавляем смесь муки с какао и другими компонентами. После оставшиеся белки. Затем добавить в тесто растопленное сливочное масло. Выпекать в духовке 45 минут. Первые 15 минут дверца духовки должна быть приоткрыта. Температура 180 градусов. Готовому бисквиту дать остыть, а затем разрезать на 3 коржа. Для пропитки вам понадобится вода, сахар, ванильный сахар и вишневый ликер. Добавьте в воду сахар и варите сироп на среднем огне. Затем в остывший сироп введите вишневый ликер. Для приготовления вишневой начинки вам понадобятся консервированные или замороженные вишни, крахмал, лимонный сок, вишневый ликер. К части вишневого сока добавьте крахмал. Оставшийся сок смешайте с лимонным соком и доведите до кипения. Сюда добавляем разведенный крахмал, постоянно помешивая, варим смесь до состояния киселя. Вишни добавляем в кисель, перемешиваем и снимаем с огня. Теперь к ним добавим еще чуть-чуть ликера. Для приготовления крема возьмите сливки, сахарную пудру, загуститель для сливок, натертый шоколад, консервированные вишни. Взбейте сливки, постепенно добавляя к ним сахар и загуститель. Пропиткой смажьте нижний корж. Затем покройте его тонким слоем крема. Далее нанесите крем по кругу и выложите вишневую начинку. Второй и третий корж также пропитайте, затем смажьте кремом. Украсить тертым шоколадом, сливками и вишенками. Дать настояться 12 часов.